Всем привет, добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о моем уходе от компании La Mer. Я уже больше месяца пользуюсь двумя средствами от этой марки, господи. И я довольна, я очень. Ну, сказать, что я довольна, это мало чего сказать. Я вижу результат, я вижу... Ну, слушайте, моей коже больше ничего не нужно. А La Mer известен по всему миру, не только своей заоблачной ценой, или цена очень дорогая, но и как бы эффектом. Если он вам подходит, то вы остаетесь как бы вот верным ценителем и поклонником этой марки и уже ни на что ее не променяете. Ну вот я вот за себя хочу сказать, что, наверное, со мной будет именно такая история приключиться. Я давно хотела попробовать уход от La Mer. Я долго ходила вокруг. За счет цены, конечно, ты не можешь прийти и купить вот попробовать что-то. Но мне повезло, в магазине Мекка, где вот я в основном покупаю косметику и парфюмерию, там дают пробники. Ты можешь прийти и смело сказать, что я хочу попробовать уход от La Mer. Смотрим мою кожу, что мне больше подходит. Кожа жирная, кожа сухая, кожа там комбинированная и так далее. И... пожалуйста, тебе дают или фирменные тестеры, или тебе дают такие вот баночки пластиковые, туда наливают, выдавливают или накладывают ложечкой какой-то крем, какой ты хочешь, да, подписывают, и ты идешь домой, все это тестируешь, пробуешь и уже решаешь, нужно тебе это или нет. Также со мной произошло с La Mer. Я сначала все попробовала, и потом уже решила, что да, надо уже себе позволить что-то такое. Роскошная, да, скажем так. Случились у меня накопления. Я, кстати, к слову, если я там что-то откладываю, какие-то деньги, я в основном их трачу на духи. Я люблю сама себе покупать там духи или что-то. И вот в данном конкретном случае я шла за Бакара Руж в концентрации экстракт. Тоже дорогое удовольствие, шикарный аромат, но сейчас не об этом. И потом я как подумала, что, ну, слушай, духи никуда от тебя не денутся, кожа как бы, ну, это тоже вложение, конечно же. И купила себе вот La Mer. Купила себе два средства, пользуюсь ими уже больше месяца, результатом бесконечно довольна результатом, мне он подходит. Мне эта косметика очень подходит. Я знаю, кому-то она не подходит, кто-то ругает, кто-то говорит, что простейший состав и так далее. Я согласна и с тем лагерем, и с другим лагерем, потому что, слушайте, мы все разные, кожа разная, воспринимаем мы все по-разному. Вот мне подходит это средство. Я пробовала много разных кремов, от бюджетных до более таких дорогих. Хочу смело сказать, что вот эти два средства стоят мне, в принципе, ну, если по деньгам мы говорим, всех тех банок, которые у меня были. У меня были там, вот, ну, считаем, да, сыворотка, крем ночной, крем дневной, крем для глаз. Например, 4 средства, да, ну, плюс еще маска, да, 5 средств. Вот эти все 5 средств по деньгам равны вот этим двум банкам. Крайне экономичным в использовании. И, ну, слушайте, результат не заставляет себя ждать. Очень удобно, очень быстро. Я вижу результат, ну, вообще на своей коже, мне очень нравится он. Кожа чувствует себя просто великолепно. Давайте расскажу вам немножко про саму концепцию и уже покажу, чем я пользуюсь. В 1950 году астрофизик, сейчас скажу, Макс Хьюбер, у меня здесь... вот такой вот фирменная брошюра, тут на всех языках все написано. Макс Хьюбер, он в результате экспериментов, ну, эту информацию вы можете найти вообще везде в интернете, в результате экспериментов повредил свое лицо, получил множество вообще ужасных ожогов, остались рубцы, остались шрамы, и он в течение 12 лет пытался как-то вот найти какой-то состав, придумать, изобрести, ферментировать. В общем, все это в лабораториях, проводилась огромная работа, и чтобы вот как-то вот восстановить свою кожу, и создал крем La Mer, de La Mer. В составе крема нет ничего такого
ультраинновационного. Там в основном водоросли, морские водоросли, витамины, эфирные масла, какие-то экстракты. Но за счет того, как это все смешано, как это все дружит между собой уже в этой смеси, за счет этого происходит вот это вот чудо Ламер. Чудо Ламер. Ну, это вот так там и написано. Волшебство Ламер. Позвольте волшебству. Ну, что-то там такое, да. Ну, реально, слушайте, мне нравится. Мне нравится уход, мне нравится эффект. И давайте я вам покажу, что я себе приобрела. Я попробовала много разных концентраций кремов, масла попробовала, тоник, попробовала сыворотку. Ну, вот остановилась на двух этих средствах, они универсальны. Шаг один, шаг два, все. И утром, и вечером вы можете этот шаг повторять, два этих шага. Первое, что у меня здесь есть, это The Treatment Lotion, значит, лосьон. Это просто лосьон. Вот такая вот красивая зеленая бутылочка, здесь 150 мл. Как заверила меня продавец-консультант, этих 150 мл должно мне хватить где-то на полгода, если, ну, пользоваться каждый день. Ну вот реально, вот сколько я пользуюсь, ну, полтора месяца, скажем, да, вот здесь у меня закончилось только. То есть его нужно совсем немного. А консистенция у него не жидкая, это не вода, это, вы знаете, как такой жидкий-жидкий-жидкий разбавленный гель, прозрачный гель, немножечко мутный, очень приятный у него запах и текстура. Я вот так утром на очищенное лицо так беру, наливаю на руку немножко совсем, вот просто, я вам говорю, вот совсем немножко. Он водянистый, но тем не менее он вот не расползается сразу, как вода. Вот если бы вы налили бы на руку воду, она бы у вас сразу расползлась. Вот так вот делаю, растираю в ладошках и потом вот так прикладываю по лицу, под глазами тоже. И на шею зону декольте. И сразу, знаете, такое ощущение, как будто вот вы выпили, ну вот у вас была такая жажда, да, и вы выпили стакан воды. Вот вам так хорошо, вы чувствуете, как каждая ваша клеточка впитывает вот эту влагу. Но то же самое вы чувствуете своей кожей. И такой вот, ну вот просто вот она сразу напитанная, такая вот какая-то, она даже немножко улучшается цвет лица, вот, ну, за счет еще таких вбивательных движений, да. Какой-то вот, как будто вы делаете какой-то массаж. Очень, очень здорово. Очень здорово. Я использую это и утром, и вечером. Умываю лицо хорошо, и потом пум-пум-пум, и балдею. И следующий продукт, который у меня есть, вот Ламер, который я выбрала. Я хотела сначала soft cream, но подумав, потому что сейчас лето, очень жарко, очень влажно, очень душно. У меня кожа комбинированная, вот здесь она такая, я бы даже сказала, жирная. Мне не нужно лишнее, как бы, лишнее питание. Мне нужно просто увлажнение, да. Здесь у меня soft lotion. Это как бы увлажняющий лосьон. Это не крем. Soft cream есть, крем de la mer есть. В общем, крем de la mer есть в разных концентрациях. Вы можете выбрать себе вот, который подходит именно вам. На данный момент летом мне подходит именно soft lotion, вот этот вот лосьончик. Он выглядит вот так, в такой вот красивой бутылочке, как дезодорант. Вот так вот вы открываете, и такая помпа здесь. А бутылка фарфоровая, ну, красиво, красиво оформлена. Это, по-моему, пластик, ну, такой приятный пластик. Вот так выглядит этот крем. Этот лосьон. Но когда мы говорим лосьон, я сразу представляю, знаете, такой в баночках лосьон, которым вы выливаете на какой-нибудь ватный диск и протираете им лицо. Лосьон. Здесь нет. Это вот крем. Это реально крем, просто он такой очень легкий. Легкий, воздушный. Сейчас я вам покажу. Вот. Одного нажатия хватает. На все лицо и на зону декольте тоже. Вот так вот я его наношу. Так же, как лосьон я распределяю вот так вот на руках и потом пум-пум втираю вот в такими вот движениями. Сейчас покажу, какая у него консистенция.
Видите, он очень, он полупрозрачный, он моментально впитывается. Все. Если вы еще его вбиваете, то, ну, такими легкими движениями, то да, происходит такой массаж, и лицо такое становится такое вот прям воздушное, хотела сказать, но почему бы нет. Нарядное лицо, короче. Вот эти два средства сейчас заменяют мне все. Я перестала пользоваться сыворотками, потому что вы все знаете, как я люблю сыворотку от Drunk Elephant с витамином С. И уже была готова купить ее. Спросила консультанта, как она вообще будет ли дружить вот с этими двумя средствами. Девочка, вот знаете, я люблю таких консультантов, которые не хотят тебе продать, лишь бы продать. Она сказала, знаете, вы, конечно, можете пользоваться сыворотками, можете пользоваться каким-то тритмент, но вот этих двух средств вам будет достаточно, ну, просто вот, чтобы чувствовать себя камильфо, чувствовать себя отлично. Я ей очень благодарна, реально, мне вот кроме них сейчас ничего не нужно. Я даже перестала пользоваться какими-то пилингами, отшелушивающими дисками, ну, иногда я делаю маски, а так вот как-то вот я довольна. Я довольна. Пишите, может быть, мой рассказ вас вдохновит, и вы тоже попробуйте что-то от La Mer. Я знаю, это безумно дорого, но, как показала моя практика, результат оправдывает средства, скажем так. И опять-таки я копила. Я копила, вот честно, я копила на это баловство. Но это не баловство, нет, это... Это для себя, поэтому да, накопила, купила, счастлива. Так что пишите, если вы знакомы с этой маркой, как она вам, что пробовали, нравится или не нравится. Поговорим в комментариях. Все, всем пока, с вами была Аленка Блок. Чао-чао, пока.